На сайте Минобороны России ко дню военно-морского флота появился интерактивный раздел. Там собрана вся самая интересная информация о парадах, которые пройдут в Севастополе, Балтийске, Астрахани, Североморске, Новороссийске, Владивостоке. Ну и, конечно, центром торжеств станет Санкт-Петербург. Какая именно техника примет участие? Схема ее построения? Выбираем любой корабль, один клик, и мы узнаем все его характеристики. Вот, например, «Уренгой». И сразу видно его вооружение, максимальную скорость, численность экипажа. Подробно рассмотреть на сайте Минобороны можно и авиацию, истребитель Су-30СМ, как на ладони, со всеми боевыми характеристиками. Всего в главном военно-морском параде в северной столице примут участие более 40 кораблей и катеров. Примерно столько же вертолетов и самолетов. Уже менее чем через 2 часа стартует генеральная репетиция. Ну а сам праздник, день ВМФ, в это воскресенье, 29 июля. Непередаваемая атмосфера только в эфире Первого канала. Начало трансляции в 11:00.